Мы уже проводили опрос на тему «Образ идеального мужчины» и выяснили мнение у лондонцев. Теперь давайте узнаем, какая должна быть идеальная девушка. Ну, она как вы, наверное. Как я. Очень мило. Умная. Это в первую очередь. Красивая. Ну, должна быть красивая внешность, чтобы у нее сама была ухоженная, длинные волосы. Вы считаете себя идеальной девушкой? Да. Правильно. Как симпатичная, красивая, хорошая. Добрая, понимающая должна быть девушка. Наверное, самое главное. Скромная, честная, красивая. Красивая, высокая. Ну, не обязательно высокая, не выше меня. Самое главное – душа у девушки. Как вы считаете, девушки должны работать? Ну, для вас удовольствие. А тратить как должны? Много. Если хочешь, то да. Если нет, то нет. Я бы лучше работала, она бы дома бы сидела. Детьми занималась, да, наверное? А? Детьми занималась, да? Ну, конечно. Да. Для себя должна. А как тратить? На семью все-таки? Либо на себя? Ну, в какой-то мере на семью, наверное, тоже надо. Зарабатывать она должна только для себя. Муж зарабатывает, он зарабатывает в общий котел. А что женщина зарабатывает, она зарабатывает для себя. Работать тоже не обязательно, типа, я должен это все делать, наверное. Ну, если хочет, пусть идет, работает. Я буду бабки давать, пусть сама там себе покупает, что хочет. Мужчина на что в первую очередь обращает внимание, когда знакомится с девушкой? На характер, наверное. Скромная девушка должна быть, наверное, в первую очередь. Ну, естественно, на внешний вид. Внешность. А потом? Потом оцениваю ум. Короче, многие говорят, что душа главная, типа. Но все всегда смотрят на внешность. Вот лучше хозяйственная или какая-нибудь такая фифочка? Лучше, чтобы все совмещало. Какая одна черта в характере может быть женщины, от которой мужчина сходит с ума? Женственная, наверное. Чтобы была добрая, отзывчивая, помогала всем. Загадочность. Женщина должна быть умная, во-первых, сдержанная и понимающая. От скромности. Харизматичная. Ну, покладистость. Как вы думаете, где мужчины чаще всего знакомятся с женщинами? Явно не по барам, не в клубах. Да я уже знакомился. А где с женой познакомился? В клубе. Да везде. Ну, то есть у вас нет такого там, я в клубе знакомиться не буду? Я в клубы не хожу, клубы в Ланде. Типа, ну туда девчонки ходят такие, короче, с надутыми губами, которым важны вот эти 40-летние мужики с большим пузом, у которых бабла. Каждая девушка прекрасна по-своему. Все равно на вкус и цвет товарищей нет. Диана Левина, Санджи Шакжин, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».